Вопиющий случай произошел в Ленинском районе Саратова. Тело 15-летнего подростка обнаружили в одной из машин рядом с домом в поселке Северный. По предварительной информации, несовершеннолетний умер после распития спиртных напитков. Молодой человек с другом отмечал начало учебного года на территории Ленинского района, после чего подросток решил заночевать в машине. Утром тело несовершеннолетнего обнаружил знакомый. Следователи осмотрели место происшествия. На теле подростка видимых телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о насильственном характере смерти, не обнаружено. Сейчас уже проводится судебно-медицинская экспертиза, которая направлена на установление причины смерти несовершеннолетнего. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.